Вітаю вас! Новий рік – свято з особливим настроєм, яке схоже на яскраву казку з незвичайними подіями і дивами. Ви ж хочете, аби воно було саме таким? Тоді ми починаємо радити, як це зробити. Новий рік вже на порозі. У це чарівне свято вашій дитині безумовно хотілося б знайти під ялинкою щось особливе. І, мабуть, одним з кращих сюрпризів від Діда Мороза може стати ігрова приставка. Саме про неї мріє велика кількість дітлахів. Але подібний подарунок зовсім не дешевий. От ми й намагалися з'ясувати, чи варто купувати такі речі своїм дітям. В преддверии Нового года сейчас очень часто люди сталкиваются с тем, что создается проблема при выборе подарка. Соответственно, так как дети наши становятся более инновационные, всем хочется чего-то новенького, там новый смартфон, новый ноутбук, новую игрушку и так далее, очень актуальна стала игра PlayStation. Это игра, которая создана для тех, кто любит проводить время вечерами, зимними дома, перед телевизором, с родителями, с отцом поиграться. Очень популярны две модельки. Одна идет упрощенная версия, одна версия, которая идет для телевизоров, которые идут с поддержкой Ultra HD, это инновационные телевизоры. Данная моделька поддерживается самыми простыми вариантами, то есть разрешение экрана самое минимальное, которое сейчас поддерживается телевизорами. И модель, которая идет помощнее, уже идет более качественная картинка, соответственно, более приятный стиль игры. Ценовая политика данных моделей заключается в чем? Ну, своего рода. Та, что модель попроще, она будет и подешевле, соответственно, до 10 тысяч. Та, что подороже, будет, соответственно, до 15-16 тысяч, в зависимости от комплектации с играми. То есть, если же моделька попроще, там идет в комплекте 3 игры, вот, то моделька подороже, там она идет либо же без игр, либо же с игрой, ну, которая стоит в районе около 2000 гривен. Игры варьируются на PlayStation от 300 гривен и до 3-4 тысяч, ну, в зависимости от акции, предложения от самой компании. На любой вкус и цвет можно подобрать любую игру для каждого ребенка. Игры можно приобретать в интернет-магазине от данной компании. Есть специальное предложение, оформив подписку, можно сделать скидку. Вот, соответственно, по скидке предлагаются и бесплатные игры ежемесячно, то есть подобрать можно в любой момент. Компания предусмотрела все варианты. Свои игры вы не запишете, только непосредственно те, которые предоставляют они сами. И, соответственно, лицензия. У каждой приставки есть своя внутренняя память. Соответственно, эту внутреннюю память можно закачать. Если же наигрались, удалили, но опять-таки потом можно ее восстановить с того же сайта. Соответственно, вы раз заплатили и играться можете по постоянной основе. В чем плюсы дисковых игр? Вы купили диск, поигрались, вы можете его перепродать. Соответственно, экономия в этом плане тоже присутствует. Ну и опять-таки диском можно пользоваться нескольким пользователям. Купили на 2 семьи диск, играемся на здоровье. Это своего рода как компьютер. Игры выходят мощнее и мощнее. Сама компания предоставляет и обновления, соответственно, и приставка будет же увеличивать свою работоспособность. В каждой приставке идет джойстик. Второй джойстик на усмотрение клиента можно приобретать отдельно. Есть также очки виртуальной реальности, которые тоже можно отдельно приобрести, погружаться в тот мир игры. Также присутствуют отдельно приобретая джойстики, которых можно использовать в дополнительных играх, таких как, там, допустим, настольный теннис. Если у вас старая модель приставки, то, соответственно, игры с той модельки не будут воспроизводиться на новой. И, соответственно, наоборот, на старой приставке новые игры воспроизводиться тоже не будут, потому что игры делаются непосредственно для новой приставки и обновиться никак не получится. Так же самое и комплектующие по джойстикам. Другой джойстик с другой компании не подойдет сюда, только оригинал. Если же вы попытаетесь это сделать, то просто-напросто корректно работать не будет. Если же рассматривать сравнение компьютер и PlayStation, опять-таки одни и те же игры можно играть и там, но удобство в эксплуатации будет намного лучше предусматриваться в PlayStation, потому что джойстиком больше функционал, стабильнее игра, ну и поприятнее, нежели по клавиатуре клацать, скажем так. Для створення завершеного і гармонійного новорічного образу неможливо обійтися без такої важливої складової, як зачіска. Вирішуючи це питання, потрібно точно знати, які модні новорічні зачіски варто зробити, а які краще залишити без уваги. Давайте вислухаємо поради професіоналів та навчимося робити себе гарною. В преддверии новогодних праздников хочется поговорить о праздничном образе, в данном случае о прическе. В нынешнем сезоне остаются актуальные прически максимально небрежные, без четких линий и немножко растрепаны. Четкие ребра, локоны уже немножко отходят. Антитренд этого сезона – это мелкая накрутка, максимально выраженные локоны и мокрый эффект. Новогодние праздники – это хороший повод, чтобы подчеркнуть свой образ, свою прическу какими-то интересными аксессуарами, яркими деталями и блестящими украшениями. О том, как сделать прическу, которая будет держаться весь день и всю ночь, и, возможно, даже утро, я вам сейчас покажу и расскажу. Эту прическу можно трансформировать как на взрослую девушку, так и на маленького ребенка. Мы выделили шляпную зону, прогофрировали очень мелким гофре, который нам поможет добиться хорошего результата. Первое действие – это мы выделяем довольно-таки большую прядь. Пока мы ее убираем, подкалываем, чтобы она нам не мешала. Со второй стороны выделяем прядь немножко меньше. Все волосы зачесываем назад. Если мы хотим добиться стойкого объема, мы используем пудру, которая добавит нам жесткости волосам. Наносится она только на корень, буквально 2-3 сантиметра от корней. Можно немножко подчесать. Такая пудра позволяет вашим волосам оставаться свежими и чистыми немножко дольше, чем обычно. И получается, что она продлевает время носки укладки. Но нужно с ней быть осторожной, потому что от нее волосы могут электризоваться. С ней нужно не переборщить. Все, зачесываем все волосы назад. Выделяем большую часть волос на макушке. Берем их в одну прядь. Чуть-чуть прочесываем, но начес не вычесываем. Перекручиваем. Можем немножко добавить легкости и воздушности. В процессе можно немножко сбрызгивать сухим лаком. И образовавшийся хвостик мы закрепляем невидимками. Мы подводим невидимку под волосы и немножко поддеваем. Желательно использовать несколько невидимок, чтобы наш элемент хорошо держался. Если вдруг какие пряди у нас прижались, мы их легко можем еще раз вытянуть. Теперь берем обычные силиконовые резиночки. Лучше брать 2-3 штуки сразу. Если одна из них порвется, элемент у нас никуда не делся. Делим оставшиеся волосы на две части и делаем два довольно-таки плотных хвоста. Делаем второй хвост. Желательно использовать силиконовые резиночки, потому что они не скользят на волосах и никуда не денутся. То есть, как мы хвост сделаем, так он у нас будет держаться. Эти резиночки у нас будут основой для дальнейшей прически. Можем также подвытянуть немножко пряди, помним о небрежности. Хорошо прочесываем хвосты. На данном этапе желательно использовать либо пудровый спрей, либо солевой спрей. Это добавит нашим волосам жесткости и стойкость укладки. Прочесываем. Даем пряди высохнуть. Еще раз прочесываем хвост и делим его на две части. И теперь мы будем делать жгут. Нам нужно обе пряди прокручивать вдоль своей оси одновременно. Скручиваем и переплетаем. И также продолжаем скручивать и переплетать. Главное, жгут не делать сильно тугой, чтобы мы могли вытянуть легкие прядки. Легко держим хвостик нашего жгута и потихоньку, не сильно зажимая пальцы, вытягиваем прядки. Вытягивать можно не боясь. Чем больше вытянем, тем будет больше объем. Если мы подобную прическу делаем на детских волосах, можно вообще не вытягивать, либо вытягивать с осторожностью, потому что детские волосы хуже держат подобные прически. Периодически сбрызгиваем сухим лаком. Я в своей работе в данный момент использую сухой лак, потому что не такой тяжелый, как мокрый лак. Он быстрее высыхает и лучше держит форму воздушного элемента. Не забываем вытягивать пряди и внутри жгута. После того, как мы вытянули жгут, мы завязываем кончик такой же силиконовой резиночкой. Желательно использовать подцвет, чтобы ни в коем случае не было видно. И теперь можем сбрызнуть жидким лаком. Теперь, когда у нас два жгута готовы, обработаны лаком и вытянуты, мы начинаем создавать наш пучок. Смотрим, как будут лучше ложиться пряди, как нам больше нравится. Тут уже дело фантазии, крепим невидимками. Немножко открываем невидимку, подцепляем небольшую прядь, просовываем ее до основания резиночки. Это будет у нас хорошая гарантия того, что пучок наш не развалится. Фиксируем в нескольких местах. Можно фиксировать не сразу весь пучок. Когда мы весь пучок закрепили невидимками, мы можем посмотреть по форме и в случае необходимости какие-то прядки еще подвытянуть. При этом сбрызгивая сухим лаком. Теперь финальная часть нашей прически. Это последняя прядь, которую мы убирали у лица. Также из нее можем выбрать несколько тоненьких полупрозрачных прядок. Подкалываем эти тоненькие прядки, чтобы мы их не потеряли, и так, чтобы они нам сейчас не мешали. Из этой большой пряди будем плести легкую косу. Выбираем небольшую прядь, делим на 3 части и плетем обычный колосок, только максимально легкий, максимально не затянутый. Делаем подхваты с обеих сторон. Главное нам эту косичку не затягивать, потому что сейчас мы будем из нее также выпускать пряди. На данном этапе можем уже начинать выпускать, ставить наши прядки. Доплетаем легкую косичку, немножко подвыпускаем пряди, разбрызгиваем лаком с обеих сторон. Лак желательно использовать короткими нажатиями, чтобы не получилось мокрого пятна. Не боимся создавать на прическах хороший объем на каких-то элементах, потому что все-таки это у нас праздничная прическа, и это хороший повод, чтобы позволить себе выглядеть торжественнее, чем обычно. Теперь эту косу кладем поверх пучка, не прижимая плотно, фиксируем невидимками. Легкие прядки у лица мы можем оставить ровными, либо слегка подкрутить. Это уже зависит от нашего настроения и нашего образа. Пряди крутим всегда от лица. И добавляем к нашему праздничному пучку элегантный аксессуар. Вот такая праздничная прическа у нас получилась. Серед різноманітної мішури для прикрашання будинку напередодні новорічних свят величезною популярністю користуються новорічні композиції, зроблені власноруч. Виготовити подібний декор зовсім не складно. Достатньо лише залучити свою невичерпну фантазію задля реалізації креативних ідей. Творити можна як самому, так і з усією сім'єю. Про поради вже навчилися і готові поділитися секретами. Скоро начинаются замечательные новогодние, рождественские праздники. Самый ближайший праздник – это День Святого Николая. И уже в преддверии этих всех мероприятий хочется очень украсить свой дом, привести его в порядок, добавить какого-то блеска праздника. И очень хорошо, когда это можно все сделать своими руками, особенно если с детьми. Я хочу сегодня показать, как можно легко и очень просто, обойдясь природными материалами и подручными средствами, сделать красивое украшение для дома. Это будет рождественский венок. У меня есть вот такая заготовочка, которую я заранее сделала, чтобы мы с вами не теряли время. Это ветки ореха, которые я собрала в такой круг символично. Да? Круг, солнце, защита для дома, как обереговая вещь наш венок будет в первую очередь. Вот немножечко их декорировала обычной акриловой краской. Можно этого и не делать, потому что веточки сами по себе достаточно фактурные и красивые. Вот есть у нас такая основа нашего венка. Всегда в доме есть шишки, особенно у кого есть дети. Потом у меня будет использовано еще вот такие всевозможные ягоды. Я выбираю тональность серо-голубую сейчас. Каждый может выбрать для себя, что ему нравится по тональности. Я использовать буду еще вот такие вот шарики сизали. Это природный материал, волокно агавы кактуса, которые брала, отрывала и скручивала вот таким образом в такие вот прекрасные снежки, стилизация снежков. Дальше будет использовано вот такое вот декоративное украшение, листочки серебристые и, конечно, всевозможная мишура, ленты. Посмотрим, что еще будет у нас добавляться в процессе работы. То есть это творческий процесс. Мы будем видеть, чтобы не переборщить, и в то же время все у нас было гармонично и красиво. Обязательно мы будем использовать и крепить все при помощи клеевого пистолета. И начнем располагать по нашему видочку элементы композиции. Я предлагаю начать с такого элемента, как шишки. Приблизительно их разложить и увидеть, что нам достаточно небольшое количество, чтобы не перегружать нашу композицию, чтобы венок был не тяжелый. Его можно использовать как украшение на стену, как украшение на дверь, как декор стола, если большой красивый стол, внутрь поставить какую-то вазу с фруктами, вот этот венок, свечи, и будет замечательный декоративный элемент, который очень украсит ваш дом. И быстренько начинаем крепить. Наш венок будет в эко-стиле. Сейчас это очень актуально. Натуральные элементы, природные материалы, экологичность. Аккуратно работаем, если с детьми, с клеевым пистолетом. Соблюдаем технику безопасности. Бывают такие моменты, когда клей перегревается, за этим тоже нужно следить. Если у вас нет клеевого пистолета, все эти элементы можно хорошо крепить шпагатом. Либо тоненькой проволокой, либо леской. То есть можно использовать и фантазировать абсолютно любые подручные материалы, то, что у вас есть. То есть если что-то вот отсутствует, вы обязательно можете заменить чем-то другим. Теперь разбросаем снежок по нашему веночку. Вы увидите, насколько это быстро можно сделать такую красивую композицию, легко занять один вечер, даже не вечер, несколько часов вечером поработать с детьми. И как это будет приятно потом им вспоминать, как с мамой и с папой они делали такую красивую вещь, или с бабушкой. Равномерно распределяем наш декор. Вот мы добавили несколько кружочков агавы, и уже по-другому совершенно играют эти обычные веточки ореха. Они уже преображаются и становятся более веселенькими, интересными. Когда мы добавим больше декора, сразу будет ощущение праздника, приближение Нового года. Сейчас разместим на нашем веночке ягодки. Так как я выбрала цветовую гамму сине-серебристую, у меня такие ягодки синенькие. Приклею, тоже размещу, чтобы это было красиво и равномерно по всему веночку. Но главное — чувство меры. Как и в любом деле, як кажуть українською, що занадто, то не добре. Вот. Если много всякого декора, лучше сделать два венка. Или можно венок и елку сделать своими руками. Все что угодно. В этой же стилистике можно собрать елку, да, собрать ее конусом, эти ветки, поставить конусом, связать в такой же стилистике, бечевочкой добавить шишки, добавить сизаль, и будет у вас декоративная елка на стол. Следующий этап — будем формировать вот такую вот серебристую канву из декоративных листочков. Сейчас очень хорошо, огромное количество всевозможных вещей для творчества можно приобрести. Можно фантазировать, можно придумывать, что, как совместить, какие элементы. Вот я сейчас тоже импровизирую. При помощи этих листочков мы добавляем праздника, блеска и настроения. Вот сейчас мы уже можем видеть, да, у нас всего 4 элемента собрано на венке, это еще не конец, но уже видно общая концепция данного произведения, можно сказать, домашнего искусства. И можно видеть, что просто сидя дома на кухне, имея составляющие элементы, вы можете собрать очень красивую композицию. Продолжим дальше. Берем просто... обкручиваем этими красивыми бусинками венок. И еще хотела сказать по поводу клея. Если вы работаете с горячим пистолетом, убираем обязательно вот эти паутинки. В процессе работы они остаются, но потом они не очень красиво смотрятся в изделии. Красивенько, аккуратненько размещаем. Да не обязательно может быть то, что вот я вам сейчас показываю. Вы сами можете выбрать классическую стилистику новогоднюю. Это красно-желтая цветовая гамма, красно-золото, красное с зеленым, синее с золотом, синее с серебром. Очень красиво смотрится, как сегодняшняя наша цветовая гамма. Вот. Главное — красиво сочетать, постараться. Но даже если что-то вы думаете, вы не знаете, как делать, в процессе работы у вас обязательно получится красивая вещь, потому что новогодние украшения, они сами по себе самодостаточны и красивые, а когда вы соединяете их в единое целое, получается очень красивая композиция, законченная и праздничная. И вот сейчас, добавив 5-й элемент бусины, уже можно видеть, что это готовая композиция на стол, где вы можете поместить в центр свечи, фрукты, конфеты, и вы украсили свой дом, ваш стол будет запоминающимся, праздничным и нарядным. Но так как наш венок будет на стену, мне хочется его сделать именно таким, я взяла вот такую подготовленную веревочку, она может быть абсолютно любой, какая у вас есть дома. Определилась, где у меня будет верх моего веночка, композиции нашей, и делаю обычную, простую петлю, при помощи которой я повешу этот венок на стену. У меня есть место, крючочек подготовленный. И хочется завершить эту композицию вот такой красивой фактурной лентой синей, из которой я сейчас соберу бант и закреплю вот здесь в основании нашей композиции. В эту ленту внутрь уже вмонтирована проволока, поэтому бант будет собираться достаточно легко. Я сейчас его сначала примерю, а потом уже окончательно закреплю на нашем венке при помощи клеевого пистолета. Вот собрала я наш бант, завершила его вот такой вот стилизованной бусиной. Может это быть пуговица, либо брошь, в зависимости от того, что у вас опять-таки есть под рукой. Можно те же ягоды поставить в середину, вот, или вот эту же серебристую мишуру тоже можно было бусины эти поставить. Вот, то есть опять-таки границ фантазии просто не существует. То, что вы делаете, это только ваш проект, и вы выражаете себя здесь полностью, ваше творчество. Вот так будет выглядеть наш венок, когда мы его повесим на стену. Вот такая вот интересная композиция. Я думаю, она станет украшением абсолютно любого дома. Проте все тільки на сьогодні. Вже за тиждень про поради знову навчатимуть тільки найкращому. А у нас ще безліч ідей, тож дочекайтеся. А поки бувайте!